Дома с большими окнами в стиле хай-тек. Ничего лишнего, только природа, простые линии и современные материалы. Близ Новоульяновска вырос жилой комплекс «Солнечная долина». 15 домов уже нашли своих хозяев и готовы к заселению. В перспективе «Солнечная долина» может вырасти до 200 домов, а сейчас идет первая очередь застройки. Заместитель председателя парламента оценил проект. На самом деле, что радует, как застройщик говорит, что вот все 15 домов, которые еще, скажем так, не оформлены в собственность, они уже проданы, да? Да. Вот. Это уже само по себе говорит о том, что история востребована. Это флэт-хаусы, что-то среднее между квартирой и комфортабельным загородным домом. Большие окна, отделка фасада, декоративная штукатурка, плоская кровля. Застройщик предлагает жилье площадью от 100 квадратных метров и участки от 8 до 10 соток. Ключевая концепция этого проекта – перенести привычную каждому городскому жителю планировку квартиры на земельный участок. У нас сегодня торжественное открытие коттеджного поселка нового формата с детскими площадками, спортивными площадками, со всеми коммуникациями, для того, чтобы люди максимально чувствовали себя комфортно в этом поселке. Также у нас здесь создана управляющая компания, также будет ухаживать за территорией, обслуживать всю территорию и дома. По словам директора компании, коммунальные платежи за дом в Солнечной долине будут гораздо меньше, чем в среднестатистической квартире. В каждом доме 3 спальни по 13 метров, кухня-гостиная 28,5 квадратных метров и просторный санузел. Матвей Нилов уже обзавелся жильем в новом поселке. Я езжу по всей Ульяновской области, я осматриваю объекты строительства, так как веду поставки на них. И очень заинтересовала инфраструктура данного поселка и привлекательная стоимость. Поэтому выбор пал именно на него. Церемонию открытия «Солнечной долины» провели шумно, ярко. На сцене выступали танцевальные и музыкальные коллективы. Местные производители устроили выставку-ярмарку изделий ручной работы. Также организовали лотерею, где участники выигрывали бытовую технику. Непременно плов и шашлык пришлись по вкусу многим гостям мероприятия. По вопросам приобретения дома можно позвонить по номеру 71-97-97. Подробности также на сайте gefestul.ru. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Ул-Правда ТВ.